hard man. Это кто там? Приговор именем Российской Федерации. Город Москва. 27 декабря 2010 года. Хамовский районный суд города Москвы. В составе председательствующего судьи Данилкина. Он не знает, как надо. Класс. Что вы делаете, урод? Никакого отношения к праву, к закону, к гуманизму, там, к справедливости, никакого отношения то, что здесь происходит, к делу не имеет. Да? Вот. Данилкин – это человек, который озвучивает политические решения. Ну, в первую очередь, гражданина Путина, который страдает тяжелой формой ходорофобии. Лечиться надо. Прямо не назвал, но мы можем предположить, что это, возможно, эпизод, связанный с акциями дочерних компаний ВНК. Разумеется, мы после того, как приговор будет оглашен полностью, его обжалуем, потому что независимо от того, чем он закончится, какая будет резолютивная часть, в том числе в части меры наказания, вот мы считаем, что это заведомо ложное, мы убеждены в этом, что это не просто ошибочное, а заведомо ложное, фальшивое обвинение, это преступление, это преступная расправа. Естественно, что при такой нашей принципиальной позиции мы обязательно приговор будем отменять. Сажали. Это не процесс, это садизм. Понимаете, потому что я полагал, что судьи говорят, тот, может, я что-то не разбираюсь. Ну там трепотни надолго. Я вообще, честно говоря, просто шокирована, потому что мне казалось, что судья все-таки человек умный и профессиональный. Собственно, я от этого не отказываюсь, но я так понимаю, что его, видимо, так прессовали, что ему стыдно глаза поднять. Он, по-моему, за все время, что он читал, он ни одного раза в зал не посмотрел. Приходит мне рука.